Да, слон c4. Молодец, Сергей, да. Еще раз повторяю, слон стал пешкой на время. Надел маску. Теперь брать на d5, наверное, точно нельзя, потому что белый ферзь еще на а2, и где-то связка по вот этой диагонали окажется достаточно весомой. Но черные, конечно, могут сейчас вот сыграть король h8, чтобы создать угрозу. Вот в чем сложность позиции белых? Если побить на f6, может быть даже g5, и тогда появится король g, возникнет определенное давление у черных. Я не утверждаю наверняка, но такая идея имеется. Итак, позиция, видимо, немножечко пользу черных. А вот на часах у нас не немножечко, а вполне такая большая столовая ложечка. Потому что 11 минут у Карлсона и 4 с чем-то у Корякина. Компьютер пишет код короля h8 без всяких сомнений.